Следующая пятница будет экспериментальная. Одним это не нравится, другим то. Софочка, с тобой все будет хорошо. Мы тебе сказали, ты встанешь на ноги, все будет нормально. Господи, Софа везет с собой компьютер. Она буквально через неделю, когда ей станет скучно, она уже будет стримить. Ну дай подраматизировать их. Чтоб ты понимала, Софа, я на том коопе не была, мне в чате пишут, Софы больше не будет. Я такая, что? Они бы еще написали, Софы больше нет. Крипи. Да-да-да, я все думал, что там куда там Софа сваливает, что она там собралась сделать. Особенно после их шуточки насчет того, что она беременна. Она поломалась, что ли? Я так и не понял, ну что-то ей с ногами, походу, делали. Нет. Если, блин, я умру, вы тоже будете такие, типа, да хер с ним вообще, какая разница, ничего не закончилось. Да нет, подожди, вот недельку мы погорюем, недельку. Аркаша, я в честь тебя проведу стрим на призраке. Создадим комнату I Love Orc напоследок и все. Мы поставим на аватарке свечи горящие. Я уже представил, как мы будем хранить орка в World of Warcraft. Ну чё, Соф, ББ, удачи там, увидимся. Клеветница Амогус умеет принимать облик другого игрока и запускать ложное голосование. Я задумался, клеветница или клеветница? Ага. На самом деле, что так звучит странно. Так, значит, тут на второй этаж. Так, второй этаж. Это типа там продавец. Вот он. Все, так, сюда. Тут я сделал вид, что покупаю растяжку, которая нужна для пробуждения, если ночью кто-то зайдет. Но я там Огус, и она мне ни к чему. Аркаш, чё? У вас важная роль? Вы защитник? У меня вопрос, у вас важная роль? Не важно, какая у меня роль, это не важно. Важно, хотите ли вы спасти меня от смерти. Хочу, конечно. Ну так в чем тогда проблема? Какие у вас тогда могут быть вопросы? Ох, баррикады, какие баррикады прекрасные. Оля ловчий и решила засейвить себя всем доступным арсеналом. Ходить ночью стало опасно. Ладно, сначала Аркашу, потом Антошу. Софа, минус Дискорд. Ой. Опять она в Дискорд говорит. Соф... Позащитник. Главный враг Амогусов. Тут она поставила метку призыва у меня дома. Ха-ха-ха-ха. Наивная Софа. Ага, понятно, кого ты порежешь. Ага, Софа, меня за что? Порежешь. Скажи, пожалуйста. Черт, они подумают не так теперь, Антош. Так, что, может, прикроете меня от Софы? Она меня убить хочет. Я не понимаю, куда меня квест ведет. А, наверх, что ли? Я не понимаю, почему всем плевать, что меня Софа хочет убить. Я думала, мне показалось, что с ними играет Натаха. Нет, тут ну, знаете, Антоха, Натаха. Да. Челики с сюрпризом. Натаха играет довольно часто с ними, ну, с периодичностью. Антоха же это Вика Картер. Да? Вот нравится им мисгендерить себя в коопах. Почему она хочет тебя убить? Так как мы тебе первый день поможем-то? Я думаю, фишка и Антохи, и Натахи в том, что эти имена можно написать на транслите. Ну да, наверное. И они будут выглядеть точно так же. А не ей, зачем ей это помогать? Алло, блин, алло, меня что, не слышно? Или меня убьют, или убьют Аркадия, чтобы меня подставить. Смотри, давай взорвем Дангара, потому что он самый мутный в плане баррикад. Софа защитница. Давай взорвем Софу. Сразу от нее избавиться. Так, все, я иду. А, подожди, а у нас черный... Стой, черный порох. Ничего, не купила порох? Я забыла, что там черный порох нужен. Черный порох! Черный порох! Стоп-сигнальные огни! Да. Мне еще нравится ник у той, кто бегает с Аркадием. БРМ, Big Russian Mom. И вечно этот как-то играет что-то, с СВЛГ еще что-то. Начинает пошлить.
Уважаю. Часто в БДСМ стилистике. Черный порох, черный порох, если можешь, не руини. Ты жив. Да, я удивлен, Соф, что не убили меня? Антоху решили первым. Нет, я здесь. Нет, все живы, все живы, все живы. Кека – медиум, и только что узнал, что призраков нет. Медиум может находить тела погибших. Как переплавить? Медиум только что узнал, что призраков не существует. Ты в этом плане, да. Ну, мне вообще Эвиль понравилась, потому что тут много... Тут есть квесты разнообразные, много всяких взаимодействий, куча ролей, и как бы выглядит оно интересно. Еще и голосование, ну... типа, более-менее интересно сделано. Это, знаешь, как это... Настя некромант, только что она сказала, что... узнала, что мертвецов невозможно поднимать. Плавить, а? Подскажите, пожалуйста. Там кого переходить тела погибших? Как переплавить, а? Подскажите, пожалуйста. Кого переплавить? Тебе кузнец нужен? Я сейчас могу дать контактики. А где тело? Кого убили? Ну, тебя надо спрашивать, Цепико. Как может меня вот таким камнем быть видно? Что вы говорите? На, Брэм, получай. Черный порох ты забыла. А вот это ты не забыла. Дресню на полу. Это, по-моему... Ворвался в хату, надристал на ковер, да? А это, по-моему, задание просто-напросто... Ну, типа, оно ничего плохого не делает, кроме того, что ты закидываешь чей-то дом краской. То есть это задание самой игры. Так, что вы делали в моей квартире, Оля Вуду? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, проверьте белье нижнее. Аркадий, можно вас попросить? Да, о чем? Мне нужно следствие эксперимент провести. Можно вас, пожалуйста? Давайте. Можете, пожалуйста, сейчас встать вот за дальним камнем, давайте. За ним спрятаться? Спасибо, Аркадий. Да, чат уверить нельзя. Теперь я готова. О, да. Подожди, теперь я хочу сейчас. Тут я прикупил отмычку от замков, которые могли купить мирные для своих дверей, а также ботинки. Удивительно, что он на разнообразие загорелый орк, а не зеленый. А я не обратил внимания даже. Ну так-то и в Варкрафте зеленые орки — это те, кого скверно. Ну да. Скверные орки. Скверные. А обычные должны быть загорелыми. Тут я вспомнила опять эту книжку «За Орду». Научила на свою голову своих родственников. Я уже забыл, но что-то помню, что ты рассказывал. Девчуля иссякнулась в ворчиху. А. Короче, в ворчиху-шаманку. И не знала, что заорать, и заорала за Орду. Да, и там как раз это началось нападение на их этот... дроу, короче, напали на их, это не важно. Родную хату. Они там типа ж кочевники. Которые спасают от ловушки, после чего а также ботинки, которые спасают от ловушки, после чего ломаются. Все, теперь я готов. Так, давай закончим начатое. Погнали. Давай. Прикиньте, он ритуалист, и я ему спалил эту тему. Я защитник. Вряд ли она поставила метку себя, она слишком думает о других. Да, она очень беспокоится о них. Угу. Твою мать! Ну? Стой! Не выходи! Зачем ты выходишь? Хочу растяжки сломать у остальных. Ты не подставляйся, я пойду. Все, здесь. Ладно. Я скрыл ее роль. И они не узнают, кто убил ее. Кем она была? Но теперь я подумал, что это уже не такой гениальный мув. Я не понимаю, чё амогусы? Кишка танка! Амогусы, походу, нихера не делают. Амогусы, вы будете убивать или чё? Нет, надо ее тогда было убить за пределами ее дома. Короче, я чё подумал, она же вначале спалилась, что типа собиралась что-то сделать с Антохой и мной. О, Софа! Стоп, она же амогус вроде была.
И вот она мертва, но отображается, что убил топором. То есть убил Софика. Пала жертвой настоящих злодеев. Ножа могу вроде было. И вот. А, я такой думаю, там это написано где-то, а ты просто это сказала. Она мертва, но отображается, что убил топором, то есть убил Амогус. Ну что, инфа такая, что труп находился в доме у Софы? У меня есть информация. Заходите, ребят, заходите. Мы не можем. Дангар обосрал мне ковер. Это очень важно, поэтому, считаю, надо в него проголосовать. Локация голосования изменилась. Эй, алло, вы охренели, что ли? Ты ответишь за это. Да не надо, в смысле? Голосую всегда в красный, не думаю. Убивайте, я скажу, кто. Я нервный, Дангар. Он лекарь. Он лекарь? Подруга, что-то не слышно. Подойдите ближе, подруг. Он говорил, сколько у меня хп. Моделька этого нейбора. Да, там коллабы есть. Ребята, за что вы сожгли лекаря? Подходите в следующий раз поближе. Вот так всегда. Какая-то движуха возникает, и на медика все шишки сыпятся. Да, видишь, вот эти челы не смогли пройти, потому что они не успели ко времени голосования. То есть, когда начинается голосование, появляется звук. И ты должен бежать туда и успеть. Не успеешь, останешься за бортом. И голосовать уже не сможешь. Узнавая все больше о древней и средневековой медицине, да и о медицине до 50-х годов 20 века, я все больше понимаю, что ненависть к медикам — это просто уже генетическая память у людей. Ну проверяй на таху, если он говорил, да. Ой, махалай, махалай! Бля, ну вы дураки в натуре, блядь. До сих пор никто не провел ритуал. Так, вот я бегу, сейчас пока не видят, хочу активировать круг ритуалиста. Ритуал! Активируйся! Я активировался. О, отлично! Ты хочешь от меня? Я хочу большую письку. Ролплей пошел. Знаешь, нужно это уточнять. А то вдруг она у тебя там это в горле застрянет. Ты просто сказал, я хочу большую письку. Ты же без уточнений сказал. Слушай, не, тебе... Не то, что моя писька стала большой. Да, я была бы идеальным джином в бутылке. Да-да-да. Желательно никогда не выпускать. Магия не всесильна, друг мой. Черт, какой бесполезный ритуал. Назови меня. А что еще? А, Накпура. Будет исполнено. Не писька, но тоже хорошо. О, давай орка где деньги воровать нон-стопом. Я считаю, за Натаху надо отомстить. Слушайте, вот Джус мне нравится. Парень хороший. Надо реально отомстить за Натаху. Вот это, хочу тебе... Отомщено, проверяй. Прикол в том, что я отравил Джуса, и теперь он будет терять здоровье, пока не зальет противоядие в свой котел. Да. Да господи боже, сейчас... На самом деле это фейк, который я и вызвал. Сейчас... На самом деле это фейк, который я и вызвал. Да кто это делает? Это клеветница, наверное. Отвлекающий. Вон он что. Ой, фига. Аркадий, дай денежку. Вика провела ритуал. А Кейк все проебал. Где мой дом? Да вы что, бездомная, что ли? Да я не могу найти дом. Вы же стример, господи. У вас должна быть яхта, вот это вот все. Да-да. Так, у меня есть еще один черный порох. Можем еще кому-нибудь сходить? Давайте без слов. Давайте. Сейчас. Я думаю, вот куда. Нам нужно для вселенского этого баланса. Да, поджигай. Давай с лобкуду и лети. Я ее бужу. Вы че? Благодарюс. Нахрена вылезла опять же? С
съела все ловушки. Временем ритуалист Вика, которая все эти дни делала кучу тотемов на игроков. Блин, ну 6, мне кажется, еще надо. Связавшая через ритуал их жизни со своей, решила привести план в действие и спрыгнуть с высоты. Ноль урона! Весь план через жопу. Накпир уже назвали. Ну и что, я что, блин, джин что ли? Реально буду исполнять желания? Ха, магии не существует, челы. Перекличка. Погибаю! Погибаю, падлы! Погибаю! Погибаю! Кто-то умер! Олечка. Важная инфа. Мне Джуз в открытую передо мной залил яд. Я считаю, его надо кикнуть. Давайте. Да в смысле? Вы опять слушаете Бейла, который уже убил Натаху? Послушайте, Кек. А у вас как размер трусов? Не жмет? Нет, эсочка. Все, прощайте, лохи! Ну, вообще-то... Так. Значит, ритуал все-таки не сработал, Кек. Писька не выросла. Да? Он же сказал, что он не всесилен. Господи. Он даже не дождался приговора. Что? Неудачник. Тогда пожалеем, пожалеем. Ты даже умереть нормально не мог. Оскара. Да уйдите с красной. Он просто ушел на своих условиях. Видел Оскара с нюансом? Умереть нормально не мог. Оскар. А! Да уйдите с красной! Что вы душите, бедного Джуса? Со стороны вагонеток давайте попробуем спрыгнуть еще. Да когда они проведут... О, ритуал провели. Провели все-таки. Мало. У нас кто-то прыгает сейчас с высоты. Да-да-да, прыгает с высоты. Вот кто сейчас прыгнул? Дамажила ударами, как будто бы реально, вот как Кейк любит прыгать. Да, я один раз так прыгал. Нет, я... То есть, короче, когда ты случайно соскользнул с текстурки, ты себе ломаешь ноги настолько, что у тебя еще и это, они из горла выходят. Те времени, когда списали, хочешь убиться. Да-да. Она же, получается, жизни свои связала, и они дамаг должны получать за нее. Ну да. Кека не прыгал. Блин, у нас наверху тотемы. 4 тотема наверху. Эбикей тогда. А аргументы будут? Эбикей. Вот аргумент. Блин, не поспоришь. Ну потому что Кека, я не прыгал, Дмитрий не прыгал, Антоха под подозрением, но был рядом с нами. В общем, получается, или подруга, или Эбикей. А Эбикей где? Ну, Эбикея нет, да. Давайте тогда за него. Не-не-не, вы что, я же детектив, вы сами знаете это. А почему вы детектив? Кого вы проверяли? Слушай, детективам прятаться удобно, потому что он тоже ходит по ночам. Нет, я детектив точно, и об этом знают все, мне кажется, уже. Вот тотемы, ломаем, ломаем. Блин, я сейчас умру, сука, от яда. О, нет. Я сейчас умру. Прощайте. А чё не... А чё вы не голосовали? Да мы не успели дослушать. Получается, кровь на твоих руках. Дмитрий, мы сожгли реки, если будет капать... Я сейчас умру, я сейчас умру! Почему? Просто мрут друг за другом! Я наверху тотемы ломаю, вы меня слышите? У меня деньги украли только что. Это призраки, наверное. Ну, надо тогда подругу для баланса. Не надо подругу, ребята. Да в смысле я? Так что? Зачем меня-то? Не, можно, конечно, сжигать. Нет, меня точно не надо, пожалуйста. Ладно, не будем сжигать. У подруги мирная роль, мэр. И сейчас она применила обилку, раскрывающую свою истинную сущность. У меня есть книга, давайте... Это единственная роль, которая действительно раскрывается. Потому что там, типа, они когда первые разы играли, во, я раскрыл свою роль, и раскрыл свою роль, а ты можешь выбрать что угодно. И только мэр, правда, раскрывает свою роль. Меня забавляют эти дроздовские вставки, орковские, с пояснениями.
проверим Икеа? Давайте. Минута только осталась. Да не Дмитрия, подруг не Дмитрия, Икея. 56 секунд. Ладно, ждем 56 секунд. Вика обосралась прям максимально, и никто не заметил. Это дело. У Вики была трава, противоядие. И... Тут тотем стоит, вы рофлеры, что ли? Это кто поставил? А есть актриса. Брэм бегает еще. Был хамелеон, ребят. Ритуалист Кека. Ну давай, уверен? Ну уже ничего не сделаем, Антош. Ну что, мы можем разделиться тогда? Я не знаю, может пересидеть просто. У меня есть яд, если что, я могу кому-нибудь закинуть яд. Сейчас, блин, поверху идти все в этих ловушках, говна. Да, там могут быть ловушки, опасно. Призраки душные сидят сейчас и такие, на кого они пойдут? Я купил порошок, а я невидимость. Че, мы будем тут тасить, нам и так хорошо. Как он считает нас? Он слишком много отлетал в этой игре и был призраком. Да хватит воровать мои деньги, твою мать. Пойдем. Ненавижу. Антоха или БРМ, как вы думаете? Кека, хватит рофлить, вы ритуалист. В смысле? Я все раунды там стоял, рофлил. Да вы то нам поставили тут тотем в лицо, рофла ради. Я и рофл, это что вообще? Ну давайте его сожжем. Такую победу Антохе дарить я не согласен. Почему я? Я бы тут все буквально стояли. Да Антоха в жизни бы так дерзко не поставил нам тотем в лицо, вот прям здесь. Обосралась, спасаясь. И это, возможно, ей жизнь спасет. Все раунды страдал херней. Вы реально думаете, что я наверху 4 тотема поставить мог успеть? Так это как раз и подходит под определение страдать херней. Мы были внутри, когда тотем. Мы вышли наружу и увидели тотем. Это Кека. Серьезно? Ну кто из вас мирный? Вставайте на синий. Вы что, смеетесь? Кека. Блин, ну я мирная. Я не знаю. Я не верю. Тут, значит, Амогус еще должен быть. Ну мы стояли здесь. Я подруга и орк. Ну и чё? У нас Амогус может прятаться, у нас может быть нет ритуалиста все это время. Да в смысле нет, у нас тотем был после голосования, свежий тотем, да, вот точно, здесь. Точно, точно, сори. Жесть, что делать-то вообще? Давайте проверим, Кека уничтожил ли тотемы наверху. Твою мать! Да. Ритуалист в игре ритуалист, меня дамажит. Понятно, и да, оно началось. Тох, ты что ли так дерзко поставил? А тебя дамажит, Аркаш? Может, холод, типа, может, он на улице, пойдем! Тох, хватит дурить, рассказывай, как... Ты это провернула. Что? Давай рассказывай, как ты провернула эту фигню с тотемом? Я мискликнула. Господи, я думал, это было дерзко. Я думал, это было... Загадка решилась очень просто. На яйцах. Вы теперь должны дотерпеть. А ты ритуал ночью активировала? Нет, днем перед лицом у Бейла. Чё, вот он олух. То есть мы все окей с этим, да, что? А мы ничего сделать не можем, подруг. А мы не можем выгнать на голосование? Не, вы сейчас спать будете. А я пошла на улицу. Но нет, мы же не будем спать, у нас же полная луна. Нифига мы не будем спать. Но Майя будет спать. Это типа неприкольная победа. Я думала, что нанесет хотя бы 50 урона. Че, все умерли, нет? Нет. Ай, были бы деньги на чай. Блин, да, это Вика. Я же на нее еще отравление кинула, она типа даже ничего не сказала. Никто не умер, правильно? Ребят, кто жив? Кто жив остался? Так, срочно прямо на голосование. Срочно, быстрее, а то я сейчас умру. Да дайте попрыгать. Нет, Антош. Дайте попрыгать. Так, подождите, а почему никто не умер? Да потому я умру. Меня чуть не убило этой ночью. Она прыгнула на 50 хп. У меня 11 осталось. У тебя есть еда какая-то? Нет, у меня нет денег, у меня призраки все воруют. Поэтому я не могу купить еду уже второй раунд подряд. Да, это точно, Антох. Короче, Антоху и ББ, а то она прыгнет сейчас! Я лечу! Ура! Телепортируйте ее! Твари!
Успела жопошница. Ну почему вы не можете ткнуть кнопку? Ха-ха-ха! Не зря они ее все вкрали. Да. Что хорош? Вы только ждете моей смерти. Блин, Марта, как ты задолбал! Счастливые! Орк вечно устраивает то майндгеймы, то просто начинает и это, и истерично доказывать, что что-то. Вечно какой-то трэш происходит в этом плане. Антохи, Антоху выбери, выбери Антоху. Не надо, не надо, не выбирай. Антоха, так я выбрала Антоху. Да когда вы умрете? Ах ты негодница! Я умру вместе с вами! Да, просто... А, ну вот, сосать. О, нет! О, Накпира теперь точно знает, кто Амогус. Да, да. Подожди, игра не закончилась. Голосуй скорее! Ну голосуй, почему? Почему? Почему не закончилось-то? Майя, у меня вопросики. А у меня к тебе тоже вопросики. Звони! Колокол! Уже все кричат! Что? Блин, это из-за мэра, походу. Они доигрывают даже один на один. Потом может выиграть, она же мэр. Нет. Что происходит-то? А где рычаг на голосование, чат? Тут где-то должен быть рычаг. А где рубильник? Рубильник где? Рубильник с обратной стороны, вот здесь. Кто засунул рубильник сюда? Зачем? Да иди ты в жопу своим надо было. Все правильно мы сделали. Если бы они просто голосование нажали нормально нахрен, все бы давно закончилось. Можно включить войс в мертвых? Я не слышу их. Вот это колокол? Блин, нашла колокол на ноге. Какой колокол, я его уже активировал. Где рубильник, Майя? Я знаю, что ты Амогус. Где он? Да какой Амогус, Марта? Ты что, издеваешься вообще? Да ё-моё! Ну вот он, вот он! Как? Мимо прошла! Мимо прошла! Чуваки, вы можете успокоиться? Я нажал сраный рубильник. Она уже не нажмет его. Нет, нельзя. И ты тоже не жмется. Да господи! Ну что, чё ты не считаешь? Там сказали, мимо прошла, наверное. Можно же труп зарепортить, Аркадия. Ребята, готовьтесь. Самое забавное, что орк им говорит: да я уже сделал так, что нельзя нажать. Они его не слышат. А другу. Да, труп зарепортит, точно. Признайся, что ты подругу. Да, труп зарепортит, точно. Признайся, что ты... Майя, да иди в жопу, Амогус. Я верила тебе, что ты настоящий мэр. О нет, это худшая игра в моей жизни. Где это говно? Как ее сейвить? Как ее сейвить? В инвиз надо. У меня есть инвиз, надо ее разбудить. Она уже бежит к ней. Уже бежит к ней. Буди, буди. Я сделаю инвиз. Хорош, хорош. Да иди в жопу, ля. Майя! Нужен второй инвиз. Есть второй инвиз. Бежит, бежит, бежит! Не, я не могу. Эту духатуру я не вывезу против всех призраков этого мира. О, нет! А, вот она. Она ее видит каким-то образом. Давай, бахай, бахай инвиз. Навесил инвиз второй. Блин, как же меня сейвят. Пипец. Знаете, ради этого стоило умереть. Вы слышите, как я объединяю людей? Все объединяются, чтобы мне насрать. Нет, там уже можно... Следующую, наверное. Так нет, там рычаг все должен зарешать. Ты зачем? Объясни мне, пожалуйста, всю ночь за мной бегала. Зачем ты это делала? Тихо. Да вот, слева, слева. Деревянная леса около входа. Так, это вход? Ну, подруга, ну тут! Читай чат, господи! Направо там пишут! А вот теперь! Направо там пишут! Чат, читай! Ну, они объединились всем своим стаком! Чатом! В круг, всем на свете! Ай, блин, нажала сама! Зайди в круг! Спасибо, Майя! Нет, в смысле, не я! Так а какая разница? Они друг друга тыкнут. Два голоса, она два. У нее на полу два. Настя. Ну да, у мэра там два голоса, поэтому выигрывает мэр.
Нет, у нее и там два, и там два. Поэтому игра и не закончилась. Давай бороться до последнего. Я борюсь! Она же мэр... я понял. Сюда, Могус! Куда ты встал? Куда ты встал? Да. Чем это закончится? Чем это закончится? Чем это закончится? Ой, не туда! Не нервы начала. С вашими нервами, ребят. Минус сердце было. И это все, что ты мне можешь сказать, трусиха, которая всю ночь от меня бегала? Фу. Что ж. Ну, дорогие, стоило умереть. Это лучшая катка. Фатерушка, блин! Отличная работа, Марта. Ой, Марта, ты столько нервов там потратила сейчас, а? Сердечный приступ мы получили, подруга. Я уже вижу седину. Это было прекрасно. Ну, душно было, супер душно. Деньги по КД воруют. Играть против всей нахрен компашки. Это какой-то кошмар. В далекой стране жил мужик могучий, зеленая кожа и голос скрипучий, отважный боец, тяжелый взор, всех мирный в расход, его звали Орк. Против него собрались стримеры, рыцари и маги, и каждый день сражались сообща, как братья. Аркадий бился отчаянно, но их было больше, и после долгих битв Антохой был приложен. А бедный орк, Аркашенька, Аркадий! Один против толпы, полниц ты от проклятий. Рассказывая о его подвигах и героических деяниях, мы пишем его имя навеки в писаниях. Вот почему мы помним его, великого героя. Покойся с миром, воин, ставший перегноем. А бедный орк, Аркашенька, Аркадий! Один против толпы, полниц ты от проклятий. Хорошо. Если бы не корявые ударения, и в какой-то момент бы даже в какой-то момент даже было непонятно, что это нейронка. Я сначала такая, что? А потом, а? Да, я тоже такая, что? Потом понял. Спасибо за просмотр. Увидимся.